На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Анхольце завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу сенсационно одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тари Бю, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который один раз не закрыл мишень. Александр Логинов с тремя промахами на седьмом месте. Для Антона Бабикова это вторая победа в карьере. Бабиков не был вызван на игры. Наверное, это по-хорошему его разозлило.